Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії для вас працює Наталія Ігнатенко. Добрий вечір. Сьогодні у Бранську під час 5-го Слов'янського економічного форуму підписано погоднення в супрацовництві поміж Гомельським облканкамом і урадом Бранської області. Баки домовилися об партнерстві у гандльово-економічній, науково-технічній, гуманітарній і культурній сферах. Свої підписи під документом поставили старшиня Гомельського облканкама Володимир Дворник і губернатор Бранської області Олександр Бахамас. Бранщина – традиційний і важний економічний партнер для нашого регіону. Тільки за останні півгода взаємний товарооборот склав 74,5 мільйони доларів США. Совісті встановлені так само у соціальній і культурній сферах. Як отзначив під час офіційних мероприємств у Бранську, старшиня Гомельського облканкама Володимир Дворник, при усіх бачних виніках є перспективи для далішого розвиття супрацовництва. Наприклад, у таких галінах, як наука, сільська господарка і будівництво. У приватності старшиня облканкама підкреслив, цитата, «Переконаний, що наше супрацовництво буде і далі неухильно розвиватися у інтересах жихару Бранської і Гомельської областей. У нас одна задача – зробити наше громадство квітнеючим, а будучиню щасливой. Конец цитаты. Сьогодні з 17 годин на виборчих участках почалося постоянне дежурство членов комісії. Яны допомогуть громадянам ознайомиться со списами виборщиков и при необходимости дадуть квалифікованую консультацию. Опошні подробязности виборчей кампании у Гомельской области у матеріалі Олега Сенцюрова. На Гомельщині завершено удокладнення списку виборщиків. Таким чином, уділ у виборчій кампанії зможуть прийняти крихи більше 1 мільйон 100 тисяч чоловік. 67 кандидатів, їм необхідно вибрати 17 депутатів Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь. Для претендентів на депутатські мандати зараз буде саме напружений період агітаційної кампанії. Причому під час гетих парламентських виборів перевага дається особистим зустрічам з населенством по місцю роботи і жихарства. Що тичиться вуличних пікетів, то їх не вельми шмат. До того ж, і активність претендентів так само не однолькова. 16 з них навіть не зареєстрували ініціативні групи, що знижує шанси на перемогу. А проча того, більше 40% кандидатів вирішили не створити власні виборчі фонди, з яких можна фінансувати такі розходи, як, наприклад, аренда помешканий, где заказ додатковых артикулов у сродках массовой информации. А вот что тычется членов выборчих комиссий, то зими провели специальные тренинги, на яких не только выучали законодавство, але и в гульнявой форме разглядели все ситуации, якія могут возникнуть под час выборчей кампании. Фактически мы моделируем все ситуации. Это очень эффективно, подчеркиваю. И нынешняя практика подтвердила, что это очень интересно для людей, ведь у нас в комиссиях работает много людей, которые уже участвовали в проведении выборов, но есть люди, которые новые, может быть, тем, которым не знакомы эти моменты. Вот это все у них вселяет уверенность там, в их действиях, в грамотности, правильности принимаемых решений. З 26 жнівня члени комісії почали дежурство на участках. У будні дні з 17 до 19 годин, у суботу з 12 до 14. У гэтый час можна знайомитися со списами виборщиков, а так само з інформацією об кандидатах. Для термінового голосування на большості участков відведені особні покої, де вже зараз усе практично готово для проведення виборів, включаючи спеціальні трафарети для людей з ослабленим зроком. Тим, хто має потребу у допомозі, обіцяють увогулі уділити повышеную увагу. Як чекається, непосредственно по час голосування на участках будуть працювати волонтери, задача яких – допомогти застарілим людям і інвалідам. На 16-му участку Гомельської центральної виборчої округи віддати свій голос зможуть 1817 чоловік, самому старішому з яких 94 роки. При наявності відповідних заяв 11 вересня члени комісії приїдуть до виборщиків додому, а де шмат хто навіть застарілих має намір прийти на участок самостійно. Коли ми ходили по домам перевіряти списки збирателів, ви знаєте, що багато наши гомельчане настроены приходить на выборы, действительно. И у нас есть очень такая замечательная вот семья из 28-го года рождения, муж и жена, которые действительно приходят каждый год самостоятельно на избирательный наш участок и активно принимают участие в голосовании. Потому что я считаю, что это долг каждого гражданина Республики Беларусь прийти и проголосовать за своего кандидата. Олег Сенцюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Суботняя телефонная линия мясцовых органов улады протягивает свою работу. Завтра жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до керавника справ облаканкама Алены Владимировны Кличковской. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37 с 9 годин раницы и до 12. У гэтый час на пытание гамельчан откажа керавник справ гарвыканкама Алексей Анатольевич Васюченко. Номер телефона 71 07 62. Беларуснафта протягне реализацию буйных проектов у краинах Латинской Америки. У апошний час акцент у работе беларусов робится на Эквадор. Яшчэ один замежный проект – Заходняя Сибирь и паўднёвыя регионы России. При гэтым прадпрыемства не плануе зменшаць объемы здабычы нафты и у Беларуси. Наш корреспондент Яўген Пабалавец принял удзел у прэс-туры Беларуснафты для беларускіх СМИ и готовы поделиться подрабязнастями. Объем здобычи нафты у Беларуси на протягу опошних 4 годов не изменшается. Компания штогод здобывая на полезских родовищах больше за 1,5 миллиона тонн нафты. Захование этого уровня здобычи – одна из головных мет у работе Беларусь нафты на ближайшие годы. Это Речицкое наибуйнейшее и наистарейшее родовище у Беларуси. И хоть зараз оно эксплуатируется на 4-й опошней стадии, перспективы по здобыче нафты все равно застаются. Навод при існуючих технологиях нафту тут можно здобывать как минимум 30 годов, а с уликом новых технологий – увогуле 50. Гэтаму спрыяе ресурсная база. Асобныя запасы выпрацоўваюцца, адначасова открываются новые. Удасканальваюцца технологии нафтаздабычы. Зараз яны дазваляюць эфектыўна здабываць вуглеводороды со свідравін, якія раней былі прызнаны нерентабельнымі. С каждым годом появляются все новые, новые реагенты, которые закачиваются в пласты, которые вытесняют нефть. Лучше происходит вытеснение нефти из пласта. За счет вот этого вот как бы увеличивается добыча. И это сейчас повсеместно применяется на всех месторождениях Беларуснефти. Также сейчас начали усиленно проводить гидроразрыв пласта, что тоже приводит к более полному извлечению нефти из пласта. Применение новых технологий на полезских родовищах позволяет значно повышать уровень работы белорусских нафтовиков по здобыче черного золота. У свою чергу поширается экспорт послуг. В планах Беларуснафты больше широкомасштабное развитие блока свідравання у Заходней Сибири. Задача не просто замацаваться на деючих позициях, але и в ближайшие годы сделать істотный крок наперед у головном накірунку для нафтоздобывающих компаний – будование новых свідравин. Мы стремимся работать в России во всех сегментах нефтяного рынка, это и добыча, и сервис. И кроме того, мы сервис выполняем не только на территории Российской Федерации за счет или с помощью дочернего предприятия, но и за счет тех структурных подразделений, которые находятся в Республике Беларусь, но в нужный момент со своими мощностями, специалистами, рабочими готовы прибыть для выполнения работы услуг на территории Российской Федерации. Еще один из накерунков – Эквадор. В этой стране специалисты Беларусь нафты реализуют буйный проект по геологовыведце. Говорка идет про сейсмичную сдымку 3D на 3 блоках площадь 2000 квадратных километров. Летость был завершен аналогичный проект на крыху меньшей площади. За эту работу Беларусь нафта отримала международную узнагороду «Лепший сейсмичный проект в Латинской Америке». Замежные проекты по сейсмовыведце выгоден для Беларусь нафты и у значной ступени являются вызначальными в выполнении компании заданий по экспорте послуг. Их объем не изменшился в опошние годы, не глядя на истотное падение цен на нафту. Евген Пабалавец, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». У Гомельском отделении Белорусской гандлёво-промысловой палаты сегодня обрали делегатов на 10-й съезд республиканской организации. 20 кастрычника они разом с іншими делегатами проанализуют деятельность структуры за опошние 3 года и вызначат накірунки дальнейшего развития. Зараз Белорусская гандлёво-промысловая палата занимается широким спектром пытаний от сертификации продукции до оказания допомоги субъектам господарения в ведении внешнеэкономичной деятельности. Причем опошний накірунок мае на увазе организацию визитов, допомогу во взаимодействии бизнес-ассоциации и непосредственно межпалатное супрацовництво. Только в наступном годе планируется провести еще 16 выстав кермашоў у городах Гомельской области, а так само 9 республиканских и международных универсальных выстав непосредственно у Гомелі. Буйнейшая из яких «Весна у Гомелі», якая пройдзе у маі, и запланованная на другую палову кастрычника «Бизнес у регионах».
Свой удел у этой выставе подтвердили представники России, Италии, Украины, Польши, Бельгии, Казахстана и некоторых инших краин, а так само керовники органов улады и международных бизнес-объединений. До речи, по выниках внешнеэкономичной деятельности, Гомельское отделение Гандлево-промысловой палаты сегодня является лидером у Беларуси. За 3 года, прошедшие с момента того съезда, у нас добавилось 15 государств-партнеров, и мы подписали с ними 25 соглашений. Это очень большое количество, и мы сейчас в направлении как раз международного сотрудничества мы преследуем цель развития отношений не только палаты. Мы стараемся, чтобы это были и бизнес-ассоциации, те, которые могут представлять интерес для отраслей конкретно специализированные. Это и агентство инвестиционного, экономического, регионального развития. Напередодні нового навчального года в Україні стартувало спеціальне комплексне мероприємство «Увага, діти». У приватності, до 5 вересня водителі повинні у день їздити з уключеним близьким світлом фар. Як виконується гэтае патрабаванне на Гомельщині, сьогодні під час спеціального рейду провірали супрацовники обласної дзяржаўтаінспекції. Яны вийшли на вулиці обласного центра, каб яшчэ раз нагадати водителям об необходимости уключення близького світла. При собі інспектори мели інформаційні буклети, які уручали порушальникам. До речі, як показав рейд, у більшості своєї автоматори притримлюються гэтага зусім нескладаного правила. Тыя ж, хто сёння трапіў у лік парушальнікаў, зрабілі гэта ненаўмысна, як правіла, з-за асабістай неўважлівасці. Забыл включить свет. Рад, что вы напомнили мне об этом. Я уже вернулся с рейса и прочел в новостях, что с четверга нужно необходимо ездить с включенным фарами свет, чтобы дети замечали. Я как водитель и отец все-таки это уменьшает аварийность на наших дорогах. Подчас проведения сегодняшнего контрольного рейда областной ДАИ водители, которые рухались без уключенного близкого светла фар, обошлись только попередженням. Однако до 5 вересня за это порушение предугледжены и штрафы. Госавтоинспекция Республики Беларусь проводит с 25 августа по 5 сентября специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». В связи с этим всем водителям, двигающимся на автомобилях, нужно двигаться с включенным ближним светом фар, либо ходовыми огнями, если такие имеются. Согласно подпункта 166.9, пункта 166 правил дорожного движения. За неисполнение данного пункта идет административная ответственность в размере до полбазовой величины, то есть, соответственно, 105 тысяч неденоминированными рублями. Напередодні нового навчального года на Гомельщині протягуються доброчинні акції по збору школьних приналежностей для дітей, які мають потребу у допомозі. Не застається у боку Білоруський республіканський союз молоді. Молоді люди приймають уділ у агульнореспубліканської акції під назвою «У школу з добрим серцем». Її головна мета – допомогти дітям з малозабезпечених сім'їв підрихтуватися до школи. Долучитися до цієї доброї справи може кожен жадаючи. Акція протягнеться до 15-го вересня. До речі, з її початку будучим першокласникам уручено 70 школьних портфелів. Ще 60 чекають своїх уладальників. В любой день вы можете обратиться в первичные организации Белорусского республиканского союза молодежи, в территориальных комитетах, во всех созданы значит, такие штабы, которые принимают все канцтовары, принимают всю спонсорскую помощь, которую любой житель города Гомеля, не обязательно член БРСМа, может оказать и захочет подарить вот это тепло деткам. Сегодня у Гомеля открылась спартакиада облспожив союза. На протягу 2 дней операторы из усёй области будут вызначать мацнейшего у мини-футболе, волейболе, перетягивании канату, шматборье и інших видах. На спортивный форум собрались больше, як 400 человек. Керавництво организации протягивает добрые традиции, закладенные еще 10-годзі тому. Спорт и физическая культура заўсёды были неотъемной часткой у работе кооператоров. Яны дурят здоровье, добрый настрой сябровского соперництва и, что не меньше важно, уплывают на вытворчие показчики. Супрацовники, которые постоянно занимаются спортом, и працуют лепш. До речи, на областной спартакияде, как и на любых спортивных споборництвах, існуют и свои фавориты. Вось уже 6 годов команда Житковицкого района не мая ровных, а команда Гомельской области на аналогичных республиканских баталиях перемагает 5 годов запар. И тому спартакияда – это еще и махчимость проверить силы перед стартами, которые праз месяц у Витебску сберут кооператоров из усёй краины.
Они настолько готовы бороться за престиж команды, за ее за спортивные достижения, за честь команды. Они готовы, я не знаю, другой раз просто вот видишь, и душа радуется, что наши спортсмены так относятся ответственно к этим мероприятиям. Как правило, я всегда говорю, это и работники хорошие на рабочих местах, это наши лучшие специалисты. Они в работе такие, и они в спорте такие же. Как-то стараются быть всегда первыми, быть всегда лучшими. Гэтыя, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.